Red flag to the book, David. Наталья Назаренко не проходила по этим коридорам ровно 25 лет. Как сделала операцию по устранению близорукости, так больше никогда и не была в клинике Федорова. Но признает, та же чистота, порядок, красота удивляет ее разве что оранжерея. А 25 лет назад ей, молодой сотруднице райотдела милиции, было интересно здесь все. Во времена тотального дефицита во вновь отстроенном финнами белоснежном здании было прям как за границей. Кафе и в нем замечательный кофе, в номерах пансионата хорошее полотенце и туалетная бумага. Наталья была одной из первых пациенток Калужской клиники МНТК. То, что она попала тогда на операцию к самому Федорову, было для нее совершенной авантюрой. А вот вошла в историю. Ну, вы знаете, я вот испытывала очень сильное волнение. И как-то вот действительно Федоров, он мне очень помог. Потому что он был такой очень доброжелательный, очень такой спокойный, очень как-то, как будто это твой сосед. Вот он абсолютно не было в нем ничего необыкновенного, звездности какой-то. Открытие очередного пятого детища империи МНТК микрохирургия глаза пришлось на август 1988 года. О том, что в 200 километрах от столицы в Калужском Бару финская компания стремительными темпами возводит нечто потрясающее, знали многие. Самая грязная строительная работа, конечно, была выполнена калужскими строителями. Рыли котлован, подводили коммуникации, закладывали фундамент. Николай Иванович Алмазов тогда курировал стройку. И я скажу, вот удивительно, я забыл, конечно, не помню сейчас фамилии, там молодой человек, там был у них старший, который вот от финской компании. Он небольшой, так мальчишка, так я бы его называл. Ну, может быть, ему лет 22-23 там было. Но это настолько был въедливый, я не знал даже, понимаете, как-то вот иногда в таком положении оказывался. Вот у него было все расписано, буквально все по полочкам, по каждому, по каждой досточке, по каждой, значит, реечке, там все. И вот он утром приходит ко мне сразу в облсполком. Но по графику нужно вот 20 досточек, а их только 10. Вот 10 не хватает. Ну, я скажу, это въедливый был, но тем не менее. Очевидно, ну, вот так оно и должно быть, понимаете. Все должно быть, чтобы сделать все срок. И нужно сказать, что они это успешно сделали. Они выполнили объем работ и ввели в эксплуатацию за 11 месяцев. Вдохнуть жизнь во вновь отстроенное здание призвана была молодежь, выпускники Смоленской медицинской академии. И именно они на сегодня являются тем остовом, на котором держится клиника. Это то дело, которое начиналось, в общем-то, на моих глазах, я бы сказала, даже моими руками, от начала. Когда мы пришли, мы начали заниматься даже пока не врачебной работой. Это был этап подготовительный, когда мылись стены, мылась операционная, собиралась мебель, устанавливалось оборудование, как-то вот разрабатывались вообще принципы работы наши общие. Конечно, все это параллельно обучение профессии, обучение делу, обучение хирургии. Каждый день поначалу был как один большой субботник. Все носили, расставляли, обустраивали, создавали комфорт. И с первых дней в коллективе возник свой дух, микроклимат. Старожилы говорят, что он не исчез и четверть века спустя. Я очень хорошо помню, как Святослав Николаевич по приезде, по одному из первых приездов, он сказал, что пациент должен уходить от нас счастливым. Это самое главное. В общем, мы должны все работать на конечный результат. А конечный результат – это пролеченный, прозревший пациент, который уходит с улыбкой, который после того, как ему оказали помощь, должен выпить чашечку горячего кофе, съесть вкусную булочку и уйти с цветком. Вот я очень хорошо это запомнила. В день торжественного открытия МНТК микрохирургии глаза в Калуге собралось много гостей. Первые лица региона, пресса, большая делегация из головного института во главе с шефом. Помню, что была
большая суматоха, все суетились, все бегали, но настроение у всех было приподнятое. Моросил дождик, люди с зонтами стояли, но народу много было. И когда Федоров вместе с представителем фирмы «Повар» перерезал ленточку, в общем-то, как бы открылась, наверное, новая эпоха в истории офтальмологии в Калужской области, ну и во всем, наверное, близлежащих областях. После вручения символического ключа толпа собравшихся хлынула внутрь. А здесь какие холлы, какие диваны. А впереди главная гордость, операционная, ну просто космический корабль. Волнительно от того, что это для меня все новое, загадочное. Посмотреть в микроскоп, увидеть первый раз этот огромный глаз. Было начало, это была ромашка, очень было тоже это все интересно. Как ее монтировали, надо было, чтобы стакан с водой не проливался, а вот она двигалась очень плавно. Ну и вообще очень тесно работали медики и инженеры. Это было, во-первых, интересно. Когда есть интерес, тогда эта сложность не сильно замечается. Но прошло уже 25 лет, и просто мы все время вместе со своими коллегами находимся на пике волны научно-технической революции, которая сейчас протекает у нас в офтальмологии. Вы понимаете, все, что мы когда-то читали, видели, думали, все оказалось здесь воочию. Это операционное. Ну вот, не знаю, ее, мне казалось, можно было сравнить только вот с алтарем в хорошем таком соборе, который вот был в Смоленске. Мне казалось, что настолько величественно, настолько вообще недосягаемо. Первые операции по традиции провел Святослав Федоров. Это были операции радиальной кератотомии. Они были первыми показательными. Ну, мне посчастливилось в этот день. Я был, участвовал в этих событиях. И поэтому, конечно, сейчас уже сложно передать те чувства. Но для нас это просто был день начала чего-то. Мы еще тогда даже, может быть, не совсем понимали начало чего. Конечно, когда присутствовал операционный Святослав Николаевич Федоров, это было событие для всей клиники. Конечно, это запомнилось на всю жизнь. Мне бросалось в глаза, что все-таки, наверное, он обладал каким-то чувством гипноза. Потому что, вот садясь за операционный стол, он всегда над глазами пациента делал какие-то движения руками. Вот это всегда мне, как анестезиологу, бросалось в глаза. Ведь это он делал, наверное, не просто так. Наверное, что-то в этом было. Первые несколько лет операционный конвейер, знаменитая «Федоровская ромашка», работала с утра до вечера. Молодые врачи за год нарабатывали такой опыт хирургии, на которую хирургу обычной больницы требовались десятилетия. Это был просто какой-то вихревой первый год, по-другому назвать его нельзя. Огромное количество пациентов, огромный наплыв работы. Нам некогда было расслабиться ни на минуту. Мы приходили домой в 21:00. Ну, то есть было, конечно, очень сложно, но было очень интересно. Собрать и соединить в крепкий коллектив свыше сотни людей разных профессий, настроенных на выполнение благородной миссии, нести людям зрение и лучшее качество жизни, оказалось под силу первому директору Калужского филиала Артуру Константиновичу Глинкову и в то время его правой руке Александру Владимировичу Терещенко. У нас такой был момент, когда у нас было 16 офтальмологов, я был 17-й хирург. Мы делали по 120 операций в день, мы выезжали в командировки, мы обеспечили всю идеологию. И 15 врачей работало и днем, и ночью. Мы не считались ни со временем. У нас не было никаких приказов о том, что кто-то должен там прийти на работу. Это тоже был огромный стимул. Стимул был профессиональный, стимул был экономического характера. Все так сложилось. Это идеология Святослава Николаевича. Все, что была и оценка труда, и была великолепная хирургия. И мы так отработали ни мало ни много, практически где-то 15 лет. Заложенная Святославом Федоровым идеология построения процесса излечения была и остается самой удивительной вещью в МНТК. Главное, что у нас была технология. Мы вот просто на крыльях летали. На самом деле это так. Во всяком случае, я так это ощущал. И до сих пор сохранилось это чувство. Святослав Николаевич Федоров приезжал к нам несколько раз. Как-то в один из приездов к нам мы с ним играли в шахматы. Мы сыграли с ним 3 партии.
И я очень хорошо играю в шахматы, но Святослава Николаевича мне не удалось обыграть. И он сказал, что он регулярно играет в шахматы с компьютером. В те времена это меня поразило. МНТК в Калуге изначально стал не просто глазной больницей. Красивое место, шикарные кабинеты, замечательное оснащение. Островок капитализма в советской медицине. Во-первых, это красиво, во-вторых, это качественно, а Святослав Николаевич всегда говорил, что качество должно составлять смысл жизни. Во всяком случае, у него это был смысл жизни, это качество. И мы с удовольствием всегда приезжали в Калугу, и нам очень нравился и коллектив калужский, и вокруг Калуги было шикарно. Технически МНТК строился, что называется, на века. Например, сердце клиники – операционное. Техническое задание на ее исполнение, заложенное Федоровым, не претерпело изменений и спустя четверть века. Уникальная разработка системы вентиляции с избыточным давлением и одноразовой вдоховой системой дает исключительную стерильность. С годами калужане нашли вторичное применение так сложно подготовленному воздуху для операционной. Он попадает в теплицу для выращивания рассады. Когда вспоминаю, 25 лет прошло, когда мы начинали, когда открывались, вот такая, немножко у всех была такая черная зависть, и всегда нам говорили, ну ладно, мы вас посмотрим, что с вами будет через год. Я бы хотел, те люди, которые так это нам говорили, и сегодня пришли через 25 лет и посмотрели, все абсолютно в рабочем состоянии, все в нормальном состоянии, и мы не только что это сделали лучше, а много раз приумножили. Быть абсолютно уверенными в классной хирургии и отличном результате. Мастерски владеть амбулаторной хирургией высокого полета. Этим пропитаны мантыковцы. Оказание помощи недоношенным детям приобрело в калужском филиале системный характер. Счет идет на тысячи спасенных глаз самым маленьким пациентам. А научная мысль уже идет дальше, в эксперименты с моделированием всевозможных патологических процессов и новых интересных методик лечения, испытываемых на животных. Я являюсь истинным продуктом системы МНТК, когда я со студенческой скамьи сразу попал в шикарно только что отстроенный филиал, где я прошел интернатуру. Эта система дала мне возможность научиться хорошей хирургии, хорошему качеству хирургии, а также она меня научила научной деятельности, заниматься научной деятельностью, которые дали определенный результат не только для, я считаю, для меня лично, но и, возможно, для нашей системы в целом. За четверть века технологии возвращения зрения совершили космический рывок. О фемтосекундных лазерах, как о далекой цели, говорил Федоров 15-20 лет назад. И его ученики верили, именно так и будет. МНТК своими идеями дал работу на десятилетия вперед стольким фирмам-разработчикам офтальмологического оборудования, что не стать одной из самых прогрессивных и технологически совершенных отраслей медицины офтальмология просто не могла. Большинство врачей нормальной закваски работает так, как мы. Мы пытаемся сделать лучше, чище, качественнее, с меньшими потерями. Это остается только у нас. За 25 лет существования МНТК не раз приходилось бороться и с завистью коллег, и с чиновничьей косностью, и с откровенным неприятием экономических принципов деятельности. Для меня экономики медицинских учреждений казалось, что не существует. Это же и подтвердил Артур Константинович Галенков, когда я пришла на работу, когда он говорил, что ну что такое бухгалтерия и экономика? Дебет с кредит, сальдо бульдо, вот и все. Но придя на работу в МНТК, я поняла, что медицина и экономика оказалась неразрывной. И только в этом Святослав Николаевич видел прогресс в медицине. Принцип экономической свободы позволил МНТК выходить на мировой уровень, зарабатывать за свои прогрессивные операции в валюте. Другом номер один стала для калужан Югославия. 24 года. Мы здесь приехали с 271 группа. Чем отличается МНТКовская философия – это душа, это отношение к человеку. И это я увидела первый раз у академика Федорова, и это мне очень понравилось.
Дружба калужских офтальмологов Сербии длится почти четверть века. Прошла и испытание войной, разорвавшей Югославию, и экономическим спадом в мировой экономике. Чуть позже в Калугу к русским офтальмологам потянулись группы пациентов из Болгарии. Первое впечатление, как сейчас помню, потрясающее. Огромное впечатление операционное произвела. Не сравнить ни с чем в Болгарии. Многие пациенты были и по Европе, были и в Англии, и в Германии. Вот нет такого отношения докторов к пациенту ни у нас, ни в Европе. Ко всем пациентам заботливые отношения. Следующая из поставленных сверхзадач – приблизить, сделать доступными высокие технологии в офтальмологии к тем, кто в них нуждается. И калужская клиника Федорова занялась освоением центра России. Орел, Брянск, Тула, Обнинск – в этих городах появились лечебно-диагностические отделения, где на миниатюрных площадях уместилась вся ментаковская идеология с ее качественной диагностикой, полноценными операционными и преданными делу сотрудниками. Всегда быть первыми во всем. Вот все, что отличает калужан. Если раньше калужане не пустили татар дальше, то наш калужский филиал стоит барьером на пути сложнейшей офтальмологической патологии. Я искренне поздравляю коллектив, и они свято вот верят, мне кажется, в такой посыл. Академика Федорова, он всегда говорил, когда есть удача, хвали обстоятельства, а когда что-то не получилось, вини себя. Вот если все будут работать так, то у всех будут такие же результаты. Работать в калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова – это престижно для профессионалов. И лечиться у успешных и довольных своей работой людей – это счастье для пациента. МНТК для меня – это огромное впечатление в медицине, несмотря на то, что я в медицине очень много видела других клиник. Прогрессивное, удобное, приятное, и хочется сюда приходить. Я не имею в виду, что хочется болеть, но чувствуешь, что если ты заболеешь и придешь именно в МНТК, будет почему-то лучше. Вот такое вот чисто моральное впечатление. За последние десятилетия калужский филиал развил свою деятельность многогранно и технологически, и масштабно, приняв в свой коллектив молодых многообещающих сотрудников. На распределение студентов Смоленской медицинской академии выезжает руководитель клиники лично. Обучать молодых врачей на высоком уровне, бескорыстно, уметь передать знания, суметь влить в сложившийся коллектив молодежь – задача педагогически непростая. Амбициозные в профессиональном плане молодые доктора приходят работать в идеологически сложившийся коллектив. Важно создать возможности не просто для работы, а для творчества в хирургии, считает Александр Терещенко. И тогда получаются абсолютно наши люди, не мыслящие профессиональную деятельность в нефедоровской клинике. Самое главное, это, конечно, пациент для нас. Это тот человек, для которого старается весь коллектив, не конкретный доктор, а для которого работаем мы все, на которого работаем мы все. И когда человек уходит счастливый, улыбающийся, получивший вот ту мечту, которую он шел, ну, мне кажется, это говорит о том, насколько высокие профессионалы наши врачи. МНТК для меня – это ежедневная, напряженная, кропотливая работа. И это, безусловно, ликование. Ликование и счастье, когда титанический труд всего коллектива генерируется возможность для пациента видеть этот мир. Посыл, который задан еще Святославом Николаевичем Федором, он так прошел через годы, через расстояние и позволяет помогать людям, и позволяет, в общем-то, большому, такому огромному коллективу офтальмологов работать по всей стране, что очень приятно, и встречаться с коллегами всегда приятно, и работать в одной системе, в огромной, тоже всегда хорошо и приятно. Огромный фото- и видеоархив собран за 25 лет в калужской клинике Федорова. Люди, свершения и победы, большие и малые. Все передовое, что внедрено в МНТК, вплетается в историческую летопись. С надеждой, что отечественная медицина когда-нибудь повторит этот подвиг. Нисколько, конечно, не жалеешь о том, что вот судьба тебе такой случай преподнесла. Это действительно удивительно, когда в твоей трудовой книжке единственная запись. Принят на работу в калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». МНТК – это моя, я думаю, первая и последняя работа. Мы пришли сюда сразу после института. Такой клиники больше нет нигде. Вот. И думаю, что все, что здесь есть, мы будем только развивать, продолжать.
усовершенствовать. Я имею большое счастье работать в этом коллективе со дня открытия. За год выполняется 25 тысяч операций. Мы даем людям зрение. И вот работая сейчас в отделе лечебного контроля, я постоянно вижу конечный результат работы. И постоянно испытываю чувство гордости за весь коллектив. МТК – это оазис. Оазис высоких медицинских технологий, высокого профессионализма коллектива, высокой культуры обслуживания пациентов. И нас всех связывает здесь одна цель, очень гуманная цель – это возвращение зрения людям. Очень интересная работа, хорошие условия, коллектив, с которым мы работаем много лет, друг друга знаем, очень хорошие специалисты, хорошие люди, все вместе определило мой выбор. Для меня в первую очередь МНТК – это Святослав Николаевич Федоров, который организовал такую большую офтальмологическую империю, которая позволяет возвращать людям зрение. А для меня, как для врача, это возможность реализовывать и развивать свои профессиональные возможности. У нашего директора есть хорошая поговорка, что движение – это жизнь, то есть жизнь – это движение. Ну а мы самые мобильные, значит мы движемся, значит мы живем, значит МНТК для нас жизнь. Для нас здесь вся наша жизнь. Мне кажется, мы и времени проводим больше всего именно на своей любимой работе. Здесь очень много работы, очень сложной, очень ответственной. Но она настолько благодарная, что я думаю, что никто из нас другой судьбы себе и не желает. Мы не имеем права на ошибку, не устает наставлять калужских мантыковцев директор Александр Терещенко. Ведь у нас есть самое большое наше достояние – это свобода в планах, в действиях. Мы поняли одно, что все должно быть супертехнологично, должно быть абсолютно красиво. И мы несем счастье людям, нашим россиянам в том регионе, где находится наше лечебно-диагностическое отделение. Это тоже правильно, это тоже идея Светлана Николаевича. Самое главное – иметь желание и свободу. Это может делать только свободный человек.